Добрый день! Сегодня в своем видео я хочу рассказать и показать, как можно вкусно приготовить домашний коктейль молочный с ягодами. Для этого нам понадобятся любые ягоды, какие у вас есть. Я взяла клюкву или бруснику, без разницы. Банан у меня, мороженое, любое, пломбир и молоко. А также нам надо либо специальный шейкер, либо вот такой вот комбайн. Вот я закинула ягоды в комбайн, сейчас одену насадку и немножко их взобью в однородной массе. Вот у меня получилось такое ягодно-фруктовое пюре, теперь я режу мороженое пломбир на кусочки и тоже закидываю его сюда же, в этот комбайн. Мороженое, ягоды, все по своему вкусу добавляйте. И чтобы оно не такое густое было, добавить надо будет обязательно молока. Вот я порезала мороженое. Теперь вместе с ягодами опять же взбиваю в комбайне. Так как моя масса очень густая и мороженое тоже получается, комбайн тяжело это все перекручивает, для этого мы добавляем молока, чтобы сделать и коктейль, и размягчить наше содержимое, чтобы оно было более нежное. Вот я приготовила свой коктейль. Он такой получился воздушный, легкий. Если пить его детям, то в холодильник его не ставить не нужно. А если для взрослых, кто любит немножко похолоднее, такой более густой консистенции, как сметана, его надо поставить в холодильник, он постоит и загустеет. Вот я взяла стаканчик детский. Теперь буду наливать свой коктейль. Он такой воздушный, легкий и очень полезный за счет ягод своих. Готовится очень легко и быстро, получается очень вкусно. Дети такое любят, да и взрослые вроде бы не отказываются. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, узнаете много чего полезного и интересного для себя.